Вот такой вопрос мне задали в комментарии к донату. Как я это вижу, я считаю, что для мужчины правильно жить так, как ему удобно. Ну, естественно, если он при этом не создает проблемы для окружающих. А высказывать свое мнение о том, как мужчина живет, может только тот, кто в его жизни каким-то образом участвует. Например, приходит к вам человек с чемоданом денег и говорит: «Знаешь, с мамой взрослому мужчине жить как-то неправильно, а поэтому вот тебе деньги, купи себе квартиру». Тут уже есть что обсуждать. А если человек высказывает свое мнение о том, как вы живете, и при этом для вас ничего не делает, я думаю, на это не стоит обращать внимания. В общем, мое мнение: живите как вам удобно и не обращайте внимания на то, кто что там говорит. Обычно те, кто лезет к людям со своим мнением, сами не являются примером для подражания. Рот вы им, конечно, не заткнете, но на то, что они говорят, не надо обращать внимания.